Возможно, последний шанс на игру в большинстве у СКА. И армейцы этим большинством пользуются. Да, и рикошетом от защитника Лада шайба заходит. Хотя это был действительно скорее прострел, чем бросок по воротам. И здесь собраться, сгруппироваться быстро под Япольский не сумел. Но рикошет всегда очень неприятно для вратаря. И в конечном итоге СКА большинством...